стою по пояс в воде. Ой, красота-то какая. Водичка вообще супер. Щось летить. Щось летить велике. Короче, вот. Ну, видно вам, надеюсь, дно. Прозрачная. Водичка теплая, красота. Только что-то погода испортилась, солнышко удрало куда-то, сожрало. А вот вертолет летит. И низко летит. Офигеть. Вот это я камеру включил. Нормально? Искал медузу, а увидел вертолет. Вам видно? Очуметь! Вот это я включил камеру. А! Зашел медузу поснимать. Прикольно. У меня аж мурашки по коже. Он так низко летел, блин, что вообще капец. Так, а меня тут медузы не сожрут. А то я тут пока смотрю. Гляньте, как низко облетает. Надо же. Прямо по над берегом. Прикольно. Вот это да. Вот это я включил и досик записать. Ха. Короче, я думаю, что это стоит лайка. Такую штуку запечатлеть случайно. Пошел искать медузу, а снял вертолет. Что такое вертолет прямо надо мной пролетел? Не знаю, сколько, метров 10, наверное. Ну, низко летел очень, сами видели. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Если вертолет зачетный, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Потому что такое не каждый раз увидишь. Идешь снимать медузу, а тут на тебя вертолет летит. Охренеть просто. Все, всем спасибо, кто смотрел. Пишите комментарии, что думаете. Только без матов и оскорблений. За маты и за оскорбления сразу бан, бесповоротный. Негатив мне не нужен. Будете писать негатив, тоже в бан.